Уважаемые сотрудники библиотеки, от имени театра юного зрителя «Маска» поздравляем вас с профессиональным праздником, со Всероссийским днем библиотекаря. Желаем вам здоровья, творческого подъема, вдохновения, удачи во всех начинаниях. Пусть работа приносит удовольствие и каждый день проходит с улыбкой и интересной книгой. Пусть ваши читатели будут аккуратными, а книжный фонд содержится в идеальном порядке и регулярно пополняется. Пусть библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно. Библиотека, тишина, столетия, история и тысяча имен. Благословляем вас на долголетие, всех тех, кто в труд прекрасный свой влюблен. Профессия стара, как мир и время, от первых свитков до больших томов. Вы любите и бережете верно пылинки времени и заповедь веков. Счастливые, вам тайны доверяли Толстой и Пушкин, Чехов и Крылов. И ваше сердце солнцем пронизали Джек Лондон, Маяковский и Светлов. Даете вы не книги под расписку, вы людям дарите великий мир. И в детских душах, нераскрытых, чистых, рождается божественный кумир. Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века. Пусть дуют в мире ветры перемен. Храни свой ценный клад, библиотека. Пусть не коснутся книг забвения и тлен.